двух сосудах находится по 540 литров воды. Из одного вытекает 25 литров в минуту, а из другого 15. Через какое время во втором будет в 6 раз больше, чем в первом? Ребята, это типичная задача на составление уравнений. Вот за некоторое время из первого сосуда уйдет 25 литров. За это же время из второго 15. Нужно, чтобы вот эта величина была в 6 раз больше. Значит, нужно вот это умножить на 6 и приравнять. Между прочим, типичная штука, которую делают, это пишут знак деления. И все равно потом, когда решать, напишите умножить, поэтому проще уже с самого начала. Вот. Ну что, успевать скобки надо? Поехали. 6 умножить на 540. Так, наверное, я 6 на 25 умножу. Это легко. Это 150. Да? А здесь у меня 540 минус 15. Теперь 540 переношу. Получаю 5 умножить на 540. Это 150 минус 15 умножить на t. Отлично. Что дальше будем делать? Ну, я бы, наверное, все-таки разделил на 5. Тогда здесь 540, а здесь 30 минус 3 – это 27. T равно 20, потому что 54 – это 27 умножить на t равно 20. Значит, через 20 минут во втором сосуде будет в 6 раз больше воды.